Привет всем! Сегодня у меня видео об этом жакетике. Будет много, как сейчас говорят, луков, образов с этим жакетиком. Вообще-то, когда я его шила, я больше всего хотела, чтобы это был жакетик к этому платью. Вот. Хотела вначале я жилет, в общем, а потом со временем передумала. Это кожа крэш, искусственная. Вот. Если интересно, я снимала, как я шила, и могу потом ролик сделать вот с тех маленьких таких кусочков о пошиве этой куртки. Если интересует, пишите. Я думала вместе выставить, но мне кажется, будет очень длинный фильм. Поэтому начинаем с этого платья. И с этого образа с платьем. Здесь как раз манжеты сюда я сделала. Можно прятать их от платья. Вывернула на лицо. Туфли у меня эти всегда одни и те же, потому что это домашние у меня туфли для демонстрации. Я на улицу их не ношу, а те, которые я на улице, меняю обувь разную. В общем, и такие туфли, такие. Вот. Они уличные, это надо мыть. Я в квартире в уличной обуви не хожу. Поэтому все, что я буду показывать, будут одни и те же туфли. Так же, как и сумки у меня разные, я использую. Сегодня я уже выгуляла этот образ с Шаней на улице. Я не знаю, может быть, я после этого поставлю, как на улице я себя снимала. Сама себя снимаю сейчас на штативе, на улице. Я пристраиваю где-нибудь камеру и, в общем, снимаю. Так. Здесь у меня идут внутренние карманы накладные, потому что жакетик коротенький, и они мелкие, а мне надо, когда я на улице гуляю с Шаней, телефон брать, ключи. Поэтому у меня один карман для телефона, другой карман для ключей. Шила по бурде. Я в том ролике, где шила, показываю, какой журнал я использую. Я уже не помню, какой номер. В общем, он шился легко и быстро. Но в какой-то момент я подумала поставить пояс на низ, удлинить. Почему-то к такой длине как-то я, наверное, не готова была. Ну, не знаю. Но потом прошли сутки. Я перемерила, еще он был полуготовый, я перемерила с многими вещами и поняла, что я ничего не хочу менять, оставляю его таким. Даже замочек себе купила подлиннее, вот, чтобы, потому что здесь я, когда длину выбирала, конечно, ориентировалась и на замочек, который у меня на молнию. Ну вот, в общем, купила, хоть это и длинное сильно, я думала удлинить на 5 сантиметров, где-то сделать пояс по низу. А остальное пришлось бы обрезать, укорачивать молнию. Но, в общем, я рада, что я не переделала. Вот и с этим платьем очень хорошо. Я вчера, между прочим, дефилировала перед мужем во многих вот образах, и ему очень понравилось. Да, этот жакетик, подумала, может, воротник сделать. Вообще-то в бурде там стоечка воротник. Но потом я подумала, что... Подумала. В общем, представила, что я буду одевать с платьем, вот, например, этим. Здесь воротничок, и там еще воротничок. Там капюшон. Ну, на капюшон еще можно. Ну, в общем, решила, что... Не,
нет, я воротник не буду делать. Если что, шарфик завязать. Ну, в общем, вот и с этим платьем отлично получается. Подходят они друг к другу. И сумка к этому образу как раз подходит. Она под розовое платье и с коричневой отделкой. Я, конечно, люблю через шею, но можно и так носить. Тем более здесь подплечники. Мне не писать, что широкие плечи. Это, ну, пишите, конечно, но это моя фишка, широкие плечи. Вот. Так что сумка будет держаться. Хотя я уже давно так сумку не ношу, потому что потом кособокие плечи, одно плечо поднимаешь и перекашиваешь себя. Ну, вот так можно. Искала в шкафу для следующего образа что-нибудь. Вот, платье. Ну, у меня много еще будет. И вспомнила, увидела юбку кружевную. Как же она подойдет к этому жакетику? Тем более у меня здесь есть кружево. И освежающий шарфик. Это еще, правда, не шарфик. Он, надо будет его подшить по краям. Вот. Шифоновый такой, легенький. Ну, не обязательно такой. Я просто прикрыла голую горловину, потому что просится сюда что-нибудь такое. Или сюда можно рубашку одеть с воротником таким мужским. Ну, в общем, ну, а я такой шарфик одела сейчас. Вот с кружевной юбкой отлично смотрится. Они созданы друг для друга. Мне очень нравится. Вот это жакетик или курточка. Можно называть и жакетиком, и курточкой. И с этой юбкой моей. Я вся в молниях, как рокерша. Надо было косуху шить. Ну, в общем, вот такой еще образ. Ну, здесь может меняться шарфики. И с более короткой юбкой. Здесь клетка, и на клетке такие есть полосочки такого цвета, похожего, коричневого. Ну, в общем, ну и зеленая тут, болотная с коричневым хорошо сочетается. Ну, теперь я вот без ничего показать, вот, какая горловина. Как будто бы, вот я и говорила, просился воротник. Но, поразмыслив, поняла, что нет, лучше без него. Вот можно и к этому образу шарфик какой-нибудь или под низ блузочку, воротничок выпустить. Вот. Потому что пока что, или топик какой-то. У меня здесь нижнее платье под низом. Я когда распаковывала ткани в прошлом году, наверное, это было лето,
И они покупались одновременно. И я говорила, что вот эту кожу крэш я сошью изделие и буду носить с этой юбкой. Эта юбка вызвала много споров, я показывала. Кому-то баба на чайнике, а мне нравится. Вот. И, в общем, тем более, ну, ходить в одних юбках какого-то прямого, зауженного, ну, это же неинтересно. Надо, чтобы было разнообразие. И широкие, и узкие, и с оборками, и с воланами. Ну, всякие юбки нужны. Поэтому у меня нету какого-то одностороннего такого. Вот это только и все мне идет. И от этого придерживаться. Как вот недавно в одной из групп девочки поправились и говорит, я ничего себе не шью, потому что мешки шить неинтересно. Ну почему, если полная фигура, то должны быть мешки, можно все что угодно шить. Вот. Кому-то может не нравиться, а мне нравится, я ношу и все. И море по колено. Снова шарфик у меня, может он не совсем сюда подходит, но я прикрыла голую шею. Вот, в общем, я теперь вот сейчас вот, когда я демонстрирую свои образы, я поняла, что у меня такая возможность нашить себе всевозможных блузок, сорочек с воротниками разными. Вот, для таких вот образов. Вообще супер. Как хорошо, что я шила этот жакетик именно такой длины. Вот. Карманы, говорят, руки нехорошо ставить, то есть ложить. А это так стильно. Между прочим, в журналах мод, в этих глянцевых журналах, там руки в карманах почти всегда. Это какие-то стереотипы. Вот, кто-то придумал, вот так нельзя. Можно, если нравится. Все, а если руки мерзнут, идешь, бывает, и только карманы спасают. Поэтому, конечно, на приеме на каком-то, если в какой-то прием, высокие гости, ну да, будет неприлично. А когда ты идешь по улице, все прилично. И летнее платье. Вот у меня есть платье, мое любимое. Боху стиля. И очень даже хорошо. Летом тоже бывают дождливые, прохладные дни. Вот взять такую курточку, жакетик, набросить, жарко снять, холодно одеть. Тоже с желтым цветом отлично. Можно платье, рубашку сшить. Это у меня лен. Вот, с органзой. Поэтому он с отливом такой. Когда-то я шила по борде. Такое вот широкое. Но не мешок. Ну и, конечно, что зря платье на манекене висело. Хотя я не всегда у меня на манекене что-то одет манекен, потому что я не люблю голый манекен. Вот. Обычно висит предыдущее платье, новое шью или изделие, и то в шкаф, а новое любуюсь, в общем. Но и к этому платью подходит. Вот какую я универсальную вещь шила. Еще там перебрать в гардеробе еще многое чего, наверное, подойдет. Вот на прошлом ролике, это перед этим желтым платьем, да, и на этом здесь уже подплечники отсутствуют. Но там у меня и платье с расширенным плечом под подплечники. Ну, в общем, и так можно.
ходить. Ну, и, конечно же, с брюками, как без них. Мои джоггеры, которые я шила в прошлом году, как нельзя лучше подходят. Хотя здесь кантик бордовый. А, ничего страшного. Зато черная, черная. Я еще почему черную отделку делала. Ну, в общем, наверное, больше всего из-за того, чтобы подходила к большему количеству вещей, потому что у меня на многих есть что-то черное, вот даже на этом платье. Ну, в общем, вообще мне так хотелось. Думала, может, по краю рукава, по краю не захотела, это же не Шанель. Вот, ну, в общем, теперь я буду на этом прощаться. Пока-пока, шейте себе, не бойтесь, потому что мне многие пишут, ой, у меня фигура, я... Нет такого, я фигура и нельзя шить, или не хочется шить. На любую фигуру надо шить, вот, не бояться, экспериментировать. Вот, учитесь у меня, посмотрите, экспериментирую постоянно. Вот, и все принимаю, вот все, что я шила за эти годы, оно все у меня носибельное, не то, что я шью и в шкафу висит. Я любую вещь хочу носить, вот, и ношу. Правда, их очень много, поэтому очень редко одеваю, по этой только причине. Вот. Ну, лето наступает, поэтому буду широко использовать свои наряды. И, конечно же, буду продолжать шить. А как же иначе, ткани постоянно покупаю. Вот снова у меня заказ там созрел, новое поступление было вчера. Ну и в общем, будем шить, будем жить, будем носить. Вот, все, независимо от возраста, независимо от фигуры, одеваем себя, любуемся собой, любим себя такую, какая мы есть, мы, я есть, вы есть. Вот. Поэтому мои такие рекомендации. Ну и все. Пока-пока. До новых встреч. До распаковки. Наверное, уже теперь будет распаковка. Но заказа ткани. Пока.